На востоке Казахстана за последние 5 лет на реализацию программ «Акбулак» и «Нурлышол» выделено около 37 миллиардов тенге. На эти средства построено 110 объектов водоснабжения. Впервые централизованное водоснабжение этой осенью получили жители села Боран Курчумского района. Готовится проектно-сметная документация на 862 миллиона тенге для села Калжир. Также реализуются работы по подключению частных домов к центральному водоснабжению в таких населенных пунктах, как Новоильинка, Рулиха и Красная Шиманаиха. Всего же в области реализуется 47 проектов. В разработке десятки новых. Также в рамках программы «Нурлыжир» в районном центре города Шиманаиха реализуется проект строительства водопровода 5-го микрорайона. В рамках этих проектов все населенные пункты, в том числе и 5-й микрорайон города Шиманаиха, полностью 100% будут обеспечены безопасной питьевой водой.